Всем привет! 15 апреля 2020 года. Симферопольское шоссе. Прям вот съезд на первую бетонку. И что мы видим? Специально остановился видео снять. А видео это снять хочу только лишь для тех, кто до сих пор верит, что мусорная реформа создана для людей, для того, чтобы там природу сохранить, вторичное сырье вернуть. Вот территория старой заправки. Соответственно, что мы видим? Давайте подойдем поближе. Запашище стоит, даже вот эти четыре кучи воняют, капец. Дышать нечем, ветер в мою сторону. Сразу, кстати, чайки образовались. Вот это явно такие же бункеры, которые ездят на лесную. Вот они. Бытовой неотсортированный мусор. Ну сколько тут таких куч? 1, 2, 3, 4. Вот там по кругу все это завалено мусором. 5, 6, 7. Вот такая прелесть. Вот она. Красота. Смотрите. Вот это вот, вот так вот работает мусорная реформа. Вот для чего она была сделана. Вот. Это когда нам говорят, что у нас там супер-пупер экономика, что мы там первые в мире и бла-бла-бла. Вот. Вот результат мусорной реформы. Ах, да, еще по 500 рублей в платежку. Вот такая вот штука. Поэтому, товарищи, и все, что они догадались сделать, это просто оградить въезд. Вон, видите, въезд закрыт. Ну, это просто позор, позорище. А им плевать. Они свои 500 рублей с каждого с нас получают. Мусорный налог в действии.